Наверное, очень большое желание, да? Вот, плюс наше турнирное положение, да? Я думаю, это самые основные моменты. Но, опять же, я думаю, желание, да, победить. Тем более такого соперника. Запредельно настроен. Ну, да, в принципе, игра такая, от ножа. Очень много таких моментов было, так сказать. В большинстве, все знают, что они в большинстве очень здорово играют, да, мы немного поудалялись, там, пропустили в итоге, вот. Ну, а так вся игра тяжелая, в принципе. Молодцы, что дотерпели, выстояли. Все понимают, да, что с такой командой, в принципе, в открытое хоккей-то не надо играть, и, как бы, побольше акцент на оборону, и, в принципе, все это удалось сделать. Обогнать всех, бросить. Да, в принципе, что увидел, могу подобрать и убежать. Это и сделал, как бы. Может, и бросать буду.